синими полосками на голове. Ой, вообще. Так, сели, поели, спать надо. Два мягких и жесткий. Один пидстоп, не? Не, можно в принципе, но тяжело будет на последних кругах. Сереги прокатило. А Сашай? Понятно. Мягкие, мягкие. Так, 9 + 10. Та-та-там. Нет. Быть не хочу. Так, сойдет. Option, prime. Так, хорошо. Ой, чувствую, вылечу. Первым поворотом. Ага. И потом еще вообще улечу. Шлем Мерседеса. Ай. Давай. Белых. Пердежный двигатель. Ой, меня кто-то вытолкнул, по-моему, вообще. По-моему, тоже. Что я творю? Ох, ёпта. Кто мне пролагал, Степана? Хорошо. Да. Слипстрим. Thank you.
вот это мясо у вас. Ваш хуя. Стой. Так. Я тут останусь. Угу. А? Твою мать. Тихо-тихо. Ай-яй-яй. А, блин. Меня чуть не убил. Это я его собирался заблочить. А еще нормально все. Ой-ой-ой, прости. Да я собственно. Что вообще происходит? Да! Нормально. Шикарно. Так, разбор ушел. Мне штраф дали. Не, ну он закрыл мне траекторию, а не... У меня как кого-то затирает. Да. Thank you.
Кто-то это дрифтанул. Блин. Капец. Железин умирает. Хотел. Мягко.
дружок. Топ сегодня у нас. Все, я Олега держу. Угу. Долго не смогу.
Что это было такое? Не знаю, только пискару не надо. Вроде обошлось. Лол, короче... А, ладно, потом объясню, что там борьба. Меня как будто пропустил... Ох, ты же, блин. Вот это плохо. Хотя, с другой стороны... 13 кругов софт не выдержат. Сейчас надо жесткие одевать, нормально. Ну, короче, я тебе объясняю, что будет. Я на прямой впереди-то. Он сзади. И перед Мажеем я беру совсем немножко вправо. Ну там буквально пол градуса. Ну примерно. Вот. И он просто вправо убивается. Я не знаю, что там было, может, скорее всего, там был рассинхронный, типа, не знаю, может, он меня зацепил и улетел. Ну, короче, что-то было странно. Либо он перепугался. Так, ну это становится интересно. Это, кстати, по идее, первый, да? Сейфти да. Пункт. Я вот прямо перед пискаром обогнал. Ну, как обогнал? Я, по сути, Степанов пропустил, не знаю зачем, но... Блин, вот это было странно. Я прямо торможение совсем немножко взял, потому что... Да. Степанов дальше пошел. Он не заезжает на пистоп. В смысле, а чё? Не знаю. Это получается, он собирается сейчас... Он сейчас это какой... А, я сейчас проверю. Степанов на прайме. А! Смирнов тоже не пошел. Смирнов на мягкой. С 11 круга, а Степанов с 10. Чего они не пошли? Не знаю. Но факт того, что... Мне уже... Я уже до конца. А Смирнов на мягкой не дотянет до финиша. Думаю, надо стоп делать. Жесткая тоже как бы не самая крутая. Не, 12 кругов выдержит, я вчера пробовал. Я дотяну до финиша. Это однозначно. Ну, тогда можно 1-2, по идее. Хотя я, скорее всего, где-то оплошаю. А, у меня плюс 10 секунд. А что? Точно. Не, ну, взял, закрыл у меня траекторию. Ну, на первых кругах там, конечно, полный экшен творился. Естественно, то есть где доказательства, которые, скорее всего, тебя напоросят. Еще один или на этом уже? Не, этот круг он еще везет. Ох, хрена. Что мне Грибанов передо мной появился? Он четвертый. Он за вами? О, Степанов поехал. Грибанов тоже. Боже, а в чем суть? Смирнов остается. Это хорошо. Даже отлично. Наверное. Смирнов медленно. По-моему, так. Примерно. Чуть быстрее. 50. То, что Степанов. Ну, короче, я буду удержать Степанова. Ты потом Смирнова держи, когда он на пистоп съездит. Он будет на совсем. Ты думаешь, меня догонит?
Подожди, а тебе надо пидстоп сделать? Нет, я все. А, ну отлично. А, в принципе, да, он может и себя не догнать. Логично. Это догонит все-таки. У него будет мягкое. Ну да, у него будет софт. Или подожди, у него на старте был софт? У него медиум был на старте, он на жесткой начинал. Он сейчас мягкий комплект возьмет. Степанов хард, это на софте. Степанов не знаю, но я его очень быстро догонял, наверное, он тоже. У него второй отрезок, наверное, был на медиуме. Ну, у него сейчас софт. А, он прям за тобой сейчас? Да. А, ну, все ясно. Блин, это фигово. Да нормально все будет. Ну, хотя ты знаешь, софт не продержит 11 кругов. Он сдохнет в конце. Да, у меня после 9 его на этой... После 9 очень сильно начинает носить, особенно вот... Да, на этой центрифуге, вот которая вот на эту прямую выводит, там да, очень... Да, 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 я только что там ехал, там вообще там... ад. Там беда будет. Ну, пусть попробует. Что, я не против. Так, ладно, все. Самое главное не срезать. Самое главное не отстать сейчас от него, пока он на пидстоп не зарулит. Он где-то круга 3 еще точно будет. Слышь, нормально меня так пинает. Ну, он меня сегодня, наверное, первым поворотом выбил тогда. Капец. Взял меня. Не, ну это было нормально. Взял меня. Да, это было неприятно. Oh.
Ох, япона, мать. Заехал Филипп. Ска.
Повесь трубку. Сдохла резина. Сдохла. Никогда не любил Китай. Давай. Ой, какой ужас.
Нет! Капстец. Да, что я думал, когда соглашался на это? Но я на медиуме выжил все, что мог.